Наша дача, работа 5 июля 2020 года, наша работа на даче. Приехали мы наконец на нашу дачу, нас подвезли. Ну вот, все, что мы смогли сделать в этом году. Все, что смогли. Так, урожая нету никакого. Мы его и не садили. Вот еще одну грядку чистить надо. Вот это весь огород такой был, только в 3 раза больше. Да, сейчас я покажу. Все. Ну ничего, будем стараться. Будем делать что-то. На следующий год, надеюсь. Земле тоже нужно отдохнуть. Пусть земля отдохнет. Наш небольшой урожай, мы думали, все пропало. А тут, оказывается, еще и не пропало, на удивление. Мы думали, пропало абсолютно все. А оно еще и лук нормальный, в принципе. Сейчас, вот эти. Это роза. А это наша калина. Наши цветочки. Вот такая интересная роза. Магония наша. Единственное, что уродила в этом году. Ее тут столько, что я не знаю, может, несколько корзин. А, ну еще кизил. Каждый год он бывает. Немного груш. Так, делаю трубу вот такую для полива воды. Старые трубы удаляем, они поржавели, погнили. Вот такая труба 50 метров. Вот смазка наша ВД-40. Цены нет, как говорится. А это наше приспособление. Сейчас будем делать трубу. Так. Калибратором труб снимаем фаску. Калибратор на 20-ку. Вот вы видите, что он снял фаску. Так. Сначала калибратором надо потом пробивать. Сначала вставляем этот вот
потом кольцо, потом еще раз проходим калибратором. Так. Потом тут есть такие резиночки, сказали, чтобы самое главное, чтобы не сорвало резиночки. Я сейчас мылом намажу. И, в принципе, оно и так входит, можно и не мазать. Так. До упора. До упора. И закручивать гайку тоже до упора. Сейчас я это покажу. Сюда. Так, и зажал в тиски. И закручиваем хорошо до упора. Хорошо, когда тиски есть, конечно. Все. Закрутил до упора. Еще раз смотрите, вот сначала надо ставить гайку, потом кольцо, потом калибратором делать отверстие, потом ставить этот фитинг, все это на это вот и закручивать до упора. Сделал фитинги для трубы, переходники. Все работает, воду не пропускает. Только единственное, что надо еще тут будет еще один переходник ставить. Для удобства закручивания шланга. Сделал такое крепление для него. Ваша клубника. Наш будет небольшой урожай. Редиска, укроп, петрушка. В этом году ничего нет. Так пусть хоть это будет. Малина уже отцвела, она будет еще. У нас ремонтантная. Смотрите. Будет цвести еще. О, не тут показать. Вот. Цвет минимум 3 раза в год. А если бы зимы не было, то, наверное, круглый год бы цвело. Так, ну вот. С этой стороны второй переходник, такая заглушечку поставил. Воду не пропускает. И по центру сделали один переходничок. Сейчас покажу. Сделали компостную яму. Глубиной она примерно, ну, наверное, если от уровня земли, то, наверное, сантиметров 60-70. До метра где-то. Просто что насыпали много. Уровень не видно, конечно. Много травы насыпали.
заняло строительство этой компостной ямы целый день. Наши цветы. Калина наша. Вот это называется ягода годжи. Цветет уже конец августа, но только кое-где цветет, кое-где уже плоды даже есть. И оно так интересно, уже снег, допустим, выпадает, уже глубокая зима, а оно кое-где уже, ну, как бы спелые плоды, а кое-где еще только начинает цвести, то есть тоже ремонтантное, скорее всего. Такие красные интересные плоды у нее будут. Но только для нашего климата, конечно, она очень поздно цветет и очень поздно плодоносит. Ну, такое интересное растение, называется годжи. Это магония рядом с ней. В этом году ее море. Не знаю, только с одного куста, наверное, ведро или два ведра будет, не меньше. Может даже и больше. Такой у нас огород. Это сегодня где-то 7